Бывшие силовики со всей страны требуют пересчета пенсий. Сегодня они собрались на всеукраинском съезде военных пенсионеров в Киеве. О чем говорили и как будут бороться за повышение? Об этом далее в материале. Они всю жизнь проработали милиционерами, пограничниками и военнослужащими. А теперь на пенсии вынуждены учиться выживать на копеечные выплаты от государства. Ця нова влада прийшла, все скасувала, все перевертає. Значить, спочатку зробили один закон, вичитали, побачили, що багато. Мене вислало три вишки освіти, технікум четвертий, я отримую 3000 пенсії. Квартирна плата росте, медикаменти ростуть. А все потому, что военным пенсионерам до сих пор не пересчитали пенсии, хотя по закону обязаны, с учетом всех премий и надбавок. К примеру, 66-летний Владимир ежемесячно должен получать около 10 тысяч гривен. А таких ветеранов-силовиков тысячи по всей стране. Сегодня они приехали в Киев на всеукраинский съезд военных пенсионеров. Пишемо адміністративні позови на пенсійний фонд України в областях, тому що вони бездіяльні. Вот, вони нам повинні були пенсії перерахувати ще з 1 січня 2016 року. Нам обрізали надбавки за виконання особливо важливих завдань, порізали премії. В конце февраля Кабмин пообещал повысить им выплаты в среднем до 1500 гривен. Но поэтапно и в течение 3 лет. Однако ветераны требуют перерасчета, ведь тогда их пенсии вырастут гораздо больше, чем на 1500. Біля мільйона пенсіонерів, це пенсіонери Збройних сил України, пенсіонери Міністерства внутрішніх справ, прикордонники, СБУшники. Всі об'єдналися в одну єдину організацію, яка буде вимагати наступного. Перше, перерахунку пенсії для пенсіонерів. Друге, відставки Кабінету міністрів, відставки Гройсмана. Пенсионеры силовых структур настроены решительно и готовятся к новым протестам. Обещают блокировать дороги, аэропорты и госучреждения, пока власть их не услышит. Андрей Кравец, подробности, телеканал «Интер».